вон как. Я рад, что ты цел, Винни. Так что скажешь, кто на нас напал? Не знаю. Я заметил странного типа, хромого. Это ж с ума можно сойти. Вот он здесь, а вот он нахрен исчез. Может, у меня с головой что-то? Вот Джимми говорит, этот тип у них командовал. Ладно, мне нужно переодеться. Твари мне костюм испортили. Найди Джимми, пусть зайдет ко мне в контору. Да, ясно, как скажешь, Джеки. Слава богу, оно вернулось. Оно? Знаешь поговорку? Не лезь быку на рога. Так вот, я же что Джеки мало не показывает. Эти зубатые штуки к нему вернулись. Что можно сказать, символизируют? Не вдумай до нас докапываться. Это я к тому, что он без этих штуковин никогда не стал бы так быстро во главе семьи. Вот что... Сегодня я опять тебя видел. В переулке. В метро. Это было почти наяву. Как будто ты и в самом деле была там. Не изводи себя воспоминаниями. Дженни бы этого не одобрила. Меня пугает, насколько ты похож на отца, на Карла. Он все тяжело переживал. Сколько можно повторять, тетя Сара? Все хорошо. Ты не умеешь врать, Джеки. Иногда я как будто вижу ее. Как будто она жива. Она умерла, Джеки. Дженни нет уже много лет. Да, я знаю. Тетя Сара, спасибо за заботу. Но я в порядке, правда. Просто голова сейчас забита, и все. Ну, хорошо. Но если ты вдруг перестанешь бояться говорить об этом, загляни ко мне. Хотите взять меня на слабо? Сэм, Лео. Привет, босс. Как раз о тебе говорили. Я рад, что к тебе вернулась, сила. Давай покажем этим уродам, где их место. Непременно. Мы готовы начать хоть сейчас, босс. Как по мне, он очень изменился после... Здрасте, босс. Ну так что? Ты должен найти кое-кого. Джонни Пауэлла. Он живет у моста Квинсборо. Найди его и привези сюда. Джонни Пауэлл, это не тот парень, который помогал тебе справиться с твоей штукой? Он псих. Кстати, а что с ним случилось? Неважно. Он мне нужен. Привези его поговорить. И еще, можешь с ним не церемониться. Как скажешь, босс. Пошлю за ним Эдди и Фрэнка. А, да, Джимми ждет тебя в конторе. У него есть наводка на этих козлов. Спасибо. Не за что, босс. Я пошлю Эдди и Фрэнка за этим Джонни Пауэллом. Говори, если что еще нужно. Рад, что ты цел и невредим.
Джеки, ты вроде просил подождать. Так, может, скажешь, чего ты хотел от меня? Винни говорит, что ты кое-что узнал. Да, насчет ресторана. Эмилио Кампезе говорит, что через пару часов кто-то поджег наш склад в доках. А Фредди сказал, что двоих наших ребят подстрелили у лавки Джино. Считай, что это война. Тот, кто это делает, уже труп. Слышишь, Джимми? Да, узнаю, Джеки Эстакадо. Винни сказал, к тебе опять вернулась эта штука. Очень вовремя. Говори, что ты нашел. Наш официант смог опознать одного из налетчиков. Парня зовут Свифти. Свифти? Слышал о таком. Он держит покер в заведении на 73-й. Я с ним не знаком, но горю желанием познакомиться. Я сказал Винни собрать парней. Когда будешь готов, ты только скажи нам. Джеки, свистни как... Эй, Джеки. Может, навестим этого засранца Свифти? Руки чешутся. Отлично, босс. Понеслась. Ну, за работу. Понеслась. Открою вам секрет. Когда я был ребенком, я до смерти боялся темноты. Я всегда знал, что там что-то есть. Оно затаилось в сумерках. Тетя Сара считала, что я не глуп. Она говорила: «Джеки, либо ты подчинишь свой страх, либо он тебя». И я старался, поверьте, старался. Каждую ночь я прятался под простынями и старался убедить себя, что там ничего нет, что это иллюзия. Слава богу, я вырос. Эй, Джеки здесь. Джеки, руку помощи не протянешь? Док сказал, мне нельзя поднимать тяжести. Ну тогда проблем возникнуть не должно. Эй, Джеки, за дело, босс. Эй, Джеки, ну как, ты готов к делу? Просто скажи, куда идти, Джимми. Свифти был в ресторане перед нападением. Он держит приличный покерный клуб в заведении за углом. Пойдем. Это район Свифти, Джеки. Нас здесь не слишком любят. А внутри нас ждут ребята Свифти, которые нам точно не будут рады. Славно, я не собирался с ними любезничать. Скажи Винни, пусть парни перекроют выходы. Отсюда никто не выйдет, пока я все не узнаю. Молодцом, Джеки. Джеки, вот вы где. О, здравствуй, Джеки! Классные туфли! От Берлотти? А ну, заткнись! Я живой! Дрянь, заткнись и покажи, почему что ты умеешь. Долго подыхаем. Как ковбой какой-то. Жалкий негодяй, помоги мне. Его щупальца держат. Выкачись в сковородке. Он крутит его как игрушку!
мы что-нибудь порвем. Я слышу, болван, только не пускай его к нам. И что нам делать? Набрать новый конец. Есть там кто? Бей по ногам! Не пускай его! Ждете, идиоты! Огонь! Тебя нанял, Свифти. У тебя мозгов не хватит такое провернуть. Ты ослабел, и я решил рискнуть. И сейчас я закончу, что начал.
А что ты сейчас будешь делать, мразь? Эту штуку пулями не пропуляешь, не так надо. Не боись, Джейки, я что-нибудь найду. Давай быстрее! Эй, братишка, тут как? Поздоровайся с 2 тоннами стали! Стали! Эй, Мартыш, еще хочешь? Иди, попробуй-ка это! Ублюдок гребаный! Меня так просто не возьмешь! Ну и где он? Передай привет дьяволу! Эй, помоги! Давай еще! Джеки, осторожней! Мой сосуд! Дженни? Привет, заяц. Что так долго? Дженни? А ты что, ждал другую девушку? Посиди со мной чуть-чуть. Я бы угостила тебя пивом, но до завтра тебе же нельзя.
Похоже, я совсем рехнулся. Я отпросилась у Карла на твой день рождения. Он сопротивлялся, но... Я состроила милую мордашку, и он растаял. Он даже обещал испечь торт. Знаешь, я подумала, может, ты заглянешь ко мне, и мы вместе посмотрим кино? Алло? Земля, Джеки. Вы на связи? Дженни, это сон? Да, мы с тобой, мы вместе. Тебе везет, парень. Обожаю эту песню. Я помню день нашей встречи. Ты помнишь? Другие дети дразнили меня, а ты нет. Ты дружила со мной. Ты спасла меня, а я тебя нет. Нет. Карла вернется через час. Не хочешь заглянуть сюда на минутку? Тут вкусные пирожки. Дженни! Вот черт! Это все ложь. Оставь меня! Ты один, Джеки. Почему я вижу Дженни? Может, ты псих? Бабка у нее все та же? Свифти, ублюдок, нет! Только не это! Господи, боже мой! Я больше не могу! Беги, Свифти, у нас вся ночь впереди! Слишком светло. От света уйди, дубина! Еще и ухмыляется. Просто исчез. Достал, мразь! Вашу мать! Твое время... Надо бы встряхнуться. Эй, куда это свищет? Чем трындеть уже? Слабак! Ты труп эстакаду! Прикрой!
меня! Он меня тащит! Сердца! Офигеть!
Ты ублюдок! Нам тебя заказали серьезные люди, Джеки! Они богаче, чем Уолл-стрит! Ты мелкая шапка, Свифти! Кто приказал тебе напасть? Думаешь, я хотел в это лезть? Меня заставили! Вот идиот! Ты что, не слышишь, что я говорю? Нас не пожалели. Они ненавидят тебя. Спасибо, Джеки, это все, что я знаю!
Окей, окей, я все скажу, только не убивай. Ну, рассказывай. Думаю, это какой-то тайный клуб, ну, что-то вроде. Они дали мне полный конверт кэша. Их босс, начальник или кто он там, я встречался с ним в борделе в клубе Бримстон. Знаешь, говорю тебе, эти парни просто... Эй, ты что делаешь, сука? Джеки, ты гнусный ублюдок. И что, сука, творишь? Он был нужен, он не все сказал. Это слякоть. Когда тьма подчиняет тебя, ты теряешь контроль. Ты не понимаешь, что делаешь. Не замечаешь времени. А потом, внезапно, ты как будто в кино. Смотришь фильм о собственной жизни. Ты и в зале, и на экране. Эдди и Фрэнк уже прочесывают Бримстон. Да, новички притащили тебя, твоего Джонни. Он не горел желанием тебя видеть. Сейчас он дрожит со страху в задней комнате. Идем. Хорошо. Как по мне, этот тип – смесь клоуна с бомжом, Джеки. Он не у моста Квинсборо жил, а под мостом. В картонной коробке. Ладно, идем. Он там. Привет, как жена, дети? Он в настроении. Он в твоем распоряжении. Вот представь, ты живешь в большом доме, с книжками и все такое. Джонни, на кого ты похож? Я нанял тебя как эксперта. Я заплатил тебе хорошие деньги, чтобы ты помог мне. А ты сбежал от меня среди ночи. Почему? Джеки, я сделал, что мог, чтобы помочь тебе с тьмой. Но не мог же я вечно сидеть возле тебя. Эта долбанная тьма неотразима. Я слышал ее. Она нашептывала мне разные вещи. Она начала изменять меня. Ты меня убьешь? Я для этого здесь. Я выпустил ее, Джонни. И не знаю, справлюсь ли с ней. Ты выпустил тьму? Боже мой, Джеки. Это просто самоубийство. Тогда помоги мне управлять ей. Тьмой нельзя управлять, Джеки. Ты сжимаешься от страха и молишься, чтобы она ушла. И чем дольше она с тобой, тем больше подчиняет тебя. Ставит ловушки, заставляет видеть глюки. Мне нужна твоя помощь. Будешь при мне, пока я тебя не отпущу. Какие-то ублюдки атакуют мою семью со всех сторон. Те, кто послал пакет, как-то связаны с тьмой. Мне нужно, чтобы ты выяснил, кто они и что они знают. Окей, окей. Постараюсь помочь. Дело пойдет быстрее, если твои гориллы меня развяжут. Пожалуйста. Она живет в потрохах. И ты ее цель. Она хочет хаоса. Можешь его развязать, но отсюда не выпускать. Ясно? Этот тип сорвался с катушек. Раньше он казался умным, а теперь похож на кусок дерьма. Эй, Фрэнк и Эдди вернулись из клуба. Они с Джимми ждут тебя в конторе. Спасибо, Вин. Не слушай этот голос в голове, Джеки! Бойся тьмы, как самого дьявола! Все, что она говорит, ложь. Как у тебя дела, Джеки? Джеки, у меня есть новости. Этот козел Свифти был прав. Уроды, которые на нас напали, сидят в Бримстоне. Ну что, разузнали, умники? Это Эдди узнал. А я был в это время, кажется, занят. Ну да, тянул кокс с задницы шлюхи. Я не мог отвлечься.
пока этим двум болванам полировали члены, одна из шлюх начала болтать про новых хозяев. Я был с этой Камиллой. Она говорит, бордель продали. Новые владельцы живут там же, наверху. Да, но это не все. Она говорит, что видела там странного хромого типа. Мол, выглядит, как обдолбанный Носферату. Что еще за Носферату? Твоя бабушка. Не знаю, там ли еще этот псих и его парни, но проверить не мешает. Ладно, хватит трындеть. Я схожу туда. Как скажешь, Джеки. Винни знает пару девок, они проведут тебя. Что у тебя? Эй, Джеки, это ты шумиху поднял или как? Как у тебя дела, Джеки? Нормально, тетя Сара. Как у вас? У меня артрит и колени болят. Я долго не протяну. А ты как думал? Ох, вы просто чудо. А ты погано выглядишь, знаешь? Я сделаю твою любимую пасту. Через пару часов будет готово. Тебе домашняя пища не помешает. Я вас люблю. Ну еще бы. Эй, Джеки. Джимми сказал мне про клуб Бримстон. Жуткий гадюшник.